Ловят при помощи гарпуна. Так называется комплекс, мимо которого не проскочит ни один водитель, если у него есть неоплаченные штрафы. Устройство анализирует транспортный поток, сверяет госномера проезжающих авто с базой данных. В случае совпадения выдает информацию о нарушителе на экран, и его останавливает инспектор. Тут-то и возникают порой курьезные ситуации. Например, в базе данных числится, что владелец авто умер, а на практике машина активно перемещается по дорогам. Никакой мистики тут нет, только желание уйти от штрафов. Некоторые автомобилисты наследники не спешат после смерти родственника перерегистрировать авто на себя. В итоге штрафы и счета за парковку приходят на имя владельца, которого уже нет в живых. Система «Гарпун» призвана вычислять таких водителей. Выявляются транспортные средства согласно сведениям ЗАГСов о фактах смерти. При поступлении информации о смерти собственника автомобиля государственные регистрационные знаки и свидетельства о регистрации объявляют в розыск и при задержании подлежат изъятию сотрудниками ДПС. После смерти хозяина авто родственники умершего обязаны обратиться в ГИБДД и снять с учета его автомобиль в течение 10 суток, а затем поставить его на учет уже под своим именем. Перерегистрировать на себя в течение 10 дней нужно и купленный с рук автомобиль. За управление транспортным средством, которое не было зарегистрировано в установленном порядке, нарушителю грозят штрафы. Некоторые граждане не знают, что собственник умер, действительно, с продажи, не по регистрации. Но в таком случае при задержании такого транспортного средства номера, государственные знаки и свидетельства о регистрации ТС находятся в розыске. Так как регистрация аннулирована в связи со смертью собственника. Номера изымаются, на водителя составляется свидетельный протокол. Благодаря аппаратно-программному комплексу «Гарпун» удается выявлять на дороге и тех, у кого есть неоплаченные штрафы. Так, с ноября прошлого года было зафиксировано свыше 500 таких нарушителей. На самарских дорогах сегодня дежурят три устройства под названием «Гарпун». Они перемещаются по городу и стали верными помощниками в работе сотрудников ГИБДД. Мария Ильчан, Григорий Плешаков, Константин Головин. События.